Начать решили по-настоящему глобально, с зарождения человечества. На сцене развернулось целое историческое действо, поставленное режиссером Константином Яковлевым. Из первобытных времен протянули нить к екатерининским, эпохе, когда театр появился и в России, и на Алтае. Вспомнили первые постановки, созданные горными офицерами по образцу столичных театральных вечеров. Погрузились в атмосферу эпохи Ползунова. Талантлив народ русский и трудолюбив, а театр на том и стоит. Кстати, в этот день на сцене блистали не только артисты музыкального театра, но и их коллеги из театра драмы, молодежного, гости из Новоалтайска, Бийска, Рубцовска, а также любительских театров Алтая. Губернатор края Виктор Томенко, поздравляя гостей, отметил, что наряду с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций, власть в год театра обязательно обратит внимание и на материально-техническую базу. Год театра мы планируем осуществить, я бы сказал, даже завершить крупную реконструкцию Рубцовского драматического театра, завершить строительство Алтайского театра кукол «Сказка». Для зрителей на следующий год подготовили более 40 мероприятий и проектов. Наряду с оставшим уже традиционным Золотухинским фестивалем на Алтае пройдет фестиваль-показ спектаклей по творчеству Василия Шукшина, приуроченный к 90-летию писателя. Его украсит спектакль столичного театра наций «Рассказы Шукшина». Также в программе фестивали любительских кукольных театров, а также театральная лаборатория для подростков. Илья Кочетков, Николай Шелко, наши новости.